Я подозреваю, что это вы вмешались в одно очень личное дело. Статуэтки Деми Масок и их луны были расставлены там, где вы их нашли. Не просто так. Не суйте нос в чужие дела. Пирс Пембертон. Ничего себе, так... Похоже, мистер Пембертон не собирается использовать собственные пищевые принадлежности, но он что-то знает о тех лунах Деми Масок. Надо бы его навестить, если он в Хогсмиде. Вот это да. Луны мистера Муна. Ну-ка. Прошу прощения, я хочу кое-что спросить о статуэтках Деми Масок. А? Что? Вы кто? И почему спрашиваете? Они очень интересные. Спасибо, в них вложено очень много труда и умения. Ну, я так полагаю. То есть это вы их установили? Я, ну да, это я. Я хотел, чтобы этот болван Мун сам помучился так же, как мучил меня много лет назад. Так значит, это вы их воровали? Да, по просьбе мистера Муна. Сова доставила мне ваше письмо касательно пищевых принадлежностей. Ха-ха, я не удивлен, что Мун послал вас отдуваться за него, вместо того, чтобы все сделать самому. Как он был трусом, так и остался. Когда мы учились в школе, он был трусливым хулиганом. Это он наградил меня мерзким прозвищем, которое я даже вспоминать не стану. Когда мы закончили школу, я был счастлив, что больше никогда не увижу его, но потом начал встречать его в Хогсмиде. Это было уже слишком, хоть меня и утешало, что он не смог раздобыть себе должность поприличнее, нежели смотритель. Смотритель Хогвартса — важная должность. Мистер Мун делает немало для школы, и он многому меня научил, эти статуэтки его пугают. Знаю, видели бы вы его лицо, когда появился этот Боггарт. Бесценное зрелище. Именно тогда я и понял, что нужно делать. Я просто не хотел больше с ним сталкиваться, поэтому и выпустил на него Боггарта, чтобы узнать его главный страх. А потом создал статуэтки Деми Масок, чтобы, скажем так, приструнить его. Луны — это намек на его фамилию. Сработало прекрасно, пока вы не начали их убирать. Прошу прощения. Похоже, мистер Мун получил по заслугам, но, возможно, пришло время вам обоим забыть старые дрязги. Полагаю, вы правы. Если он действительно настолько напуган, думаю, урок он усвоил. Ну все, мир, дружба, жвачка теперь. Не прошло и года, видите, как мы все выяснили. Мистер Мун, мне удалось узнать, кто установил статуэтки Деми Масок. Вы дразнили этого человека в школе. Пирс Пембертон. Я должен был догадаться, Пирс Косички. Кажется, ему не нравится это прозвище. Вздор, конечно, нравится. У него были длиннющие волосы, мы всегда над ним посмеивались. Я больше всех. Он всегда был умным, но такого коварства я никак не ждал. Нужно пойти к нему и выразить восхищение. Теперь оставшиеся статуэтки не так страшны, ведь я знаю, что их поставил старина Косички. Продолжайте собирать их, если хотите, а мне пора навестить старого друга. Я уже все собрал их. Все 33 штуки.